Долматовой пришлось решать проблемы своего знаменитого брата. Алексей Долматов, Гуф, оказался в центре скандала из-за жестокого обращения с животными. Музыкант во время прогулки натравил свою овчарку по кличке Гуччи на соседского лабрадора. Животное рэпера было на поводке. Музыкант мог оттащить его от другого пса, но не стал этого делать. Долматов подначивал своего питомца и транслировал жестокую драку животных в прямом эфире. Зоозащитники обратились в полицию, потребовав, чтобы рэпер понес ответственность за свой поступок. Гуф отмалчивается и не комментирует ситуацию. Разбираться с проблемами музыканта пришлось его сестре. Ольга заявила, что ни одна собака не пострадала. Она лично сходила к соседям и удостоверилась, что с лабрадором все в порядке. Долматова заявила, что у хозяев пса нет претензий к Гуфу. «Я еще раз ходила к соседям. Проверила их собаку, она в порядке. Наша собака тоже в порядке. У них нет к нам претензий», — заверила Ольга. Ольга также рассказала, что на ее брата написали много заявлений в полицию. По словам сестры музыканта, к ним уже приезжали правоохранители. «Мы с этой ситуацией разберемся. Мы приносим свои извинения. Собаки все живы, здоровы», — сообщила Долматова в Instagram Stories. Ранее стало известно, что зоозащитники написали заявление на артиста. Ситуацию также прокомментировала Ольга Орлова. Певица пристыдила Долматова и призвала его извиниться за свои действия. Недавно Гуф помирился с бывшей женой Айзой Анохиной. Певица простила рэпера ради их общего сына.